Дорогие друзья, добрый день. Мы приехали в Дубай, а конкретно едем в Дубай Молл, чтобы посмотреть фонтаны. Это ракушка, это метро. Посмотрите на красоту Дубая. Посмотрите на красоту Дубая. Мы едем на автобусе от отеля. Запись на автобус производится онлайн за 3 дня. И записываться нужно в 12 часов ночи. Так что расслабляться на отдыхе не получается. А вот и Бурдж-Халифа, и Дубай Молл. Нас высадит автобус и вернется за нами в 21:00. Итак, мы в Дубай Молле. Нас высадили опять на Fashion Avenue. Здесь собраны одни брендовые дорогие магазины, бутики. Так, мы пытаемся запомнить опять местность, чтобы после всего выйти сюда к автобусу, который будет нас ждать через 3 часа. А вот и аквариум. Все марки магазинов, которые прекратили свою деятельность в России, здесь собраны. Дубай Молл весь насыщен красотой и богатством таким. Хочу показать вам ассортимент этого магазина. Все такое красивое. Это коврики. Детский отдел. Милота такая. Лизунька моя. Слоники.
очень люблю этот отдел. Жаль, что у нас его больше нет в России. $219, 4000 с небольшим. Это мы. Так, только такие чашечки. Так, такие и такие. И вот такие. Алина, подумай. Если что, мы через 2 дня еще раз сюда приедем. Алина просила меня, если есть, конечно, в H&M Home, 2 чашечки для эспрессо, кофе. Обратились к продавцу, консультанту. Он сказал, что таких нет. Какие нужно... Алине. Аквариум в Дубай Молле. Пицца. Это магазин игрушек. В прошлом году там были с Лизой. Купили вот в этом магазине чашечки и нас угостили кексом. А это наши чашечки здесь. Мы купили, вернее, не наши, это Алине. Это водопад. Это ловцы жемчугов. Ведь раньше Дубай жил только за счет жемчугов. Пока не нашли нефть. Так, мы пришли в кафе мороженое и заказали мороженое. Все-таки купили кое-как, поняли друг друга с продавцом мороженого. Так, за этих 2 мороженых, одно у меня страубери, у Лизы просто ванильное она выбрала. Я заплатила 23 дирхама, это где-то 460 рублей. Но попробовать-то надо. Пытаемся выйти к фонтанам поющим. Так, да, вышли мы к
фонтана. О, сразу такой теплый воздух после мороженого холодного. Так, только фонтаны пока еще не работают. Ждем темноты. Бурдж-Халифа. Наверное, скоро начнется уже представление фонтанов. Такая суета приятная. Тепло, воздух какой-то обжигающий. Мы мороженое не стали доедать с Лизой. Побоялись, чтобы горло не заболело. Баймуле все кругом нас угощают. Гостили вот горячим кофе, шоколадками. Мы ждем свой автобус в отель. Ждем наш трансфер до отеля. Лизу еще угостили шоколадкой. Вот здесь мы ждем автобус. Конечно, нас у такого крутого выхода высадили. Вот такая атмосфера Дубая, богатого Дубая. Все, едем в отель. До новых встреч, мои дорогие друзья. До новых видео. Не забудьте поставить лайк.